Так, девяточки, девяточки, открытие. Получили 3 бет. Call. Так, мы делаем call. Выпадает такая доска, все окей, мы сделали, произвели стил, получили 3 бет от регуляра. Получаем cutbet. Тут никаких исполнений у нас не должно быть, тут легкий call, потому что если мы будем такую руку рейзить, мы получим пуш. Пуш получим каких-нибудь монстр дроя и от сильного экстра value эквити, какие-нибудь короли, дамы, тузы, там, вольты, десятки. И нам будет, ну, будет очень тяжело, нам будет калировать, потому что против спектра пуша стоим не очень хорошо, и даже против спектра кола у нас все будет не очень хорошо, если он заколит наш рейз. Поэтому никаких телодвижений не делаем, просто нажимаем call. В общем, с девятками рейз будет самоизоляцией. Нажимаем call, и на бланковой шестерке мы получаем супер плотный сайз. Ну, когда оппоненты на терне ставят таким плотным сайзом, на лимитах до 0.25 включительно, ну, когда такой крупный сайз, и он никогда в жизни не поставит на спаренной шестерке, не поставит такой крупный конский сайз с кем-нибудь ФД даже, крестовым там или каким-то, с кем-то УСД, тем более еще у нас такие девятки. Девятки очень сильно переблачивают его спектр блефа, то есть 9.7 просто напрочь переблачиваем практически все комбинации. И это, во-первых. Во-вторых, если даже мы не блокировали таким сайзом, никогда никто не будет ставить блеф. Это всегда какой-то value. То есть просто можно нажать fold и все. Не платить ему просто. Он просто тут жадничает, наш оппонент. Он ставит, в основном в таком сайзе всегда будет value. Какие-то монстры, и так, дамы, короли, тузы. Какие-то 8-8 еще. И он бы ставит только какие-то, будет ставить таким сайзом экстра вэлли почти под пот. Надеюсь получить кол как раз от карманов девяток, десяток, каких-нибудь восьмерок. Как-то так. Но смог это уязвимый вэлли, я думаю, чаще будет этот руки типа вольтов, дам, королей, тузов, которые боятся вот этих фэшей всех и стритов, чтобы они закроются. Боятся ривера, поэтому так херачат. В общем, против спектра второго бара для терна без позиции оппонент поставил. Мы стоим очень плохо с девятками. У нас практически мертвая, наша эквити мертвая. И, соответственно, нам нужно выкидывать. И в чем главная основная ошибка была нашего хира? В том, что он оценил только абсолютную силу своей руки. У меня овер-пара девяток, я нажимаю call. Но самое главное, нужно оценить относительную силу своей руки. Как наша рука стоит по отношению к диапазону оппонента. А наша рука по отношению к диапазону оппонента стоит очень плохо. И поэтому эту руку лучше, не лучше, а нужно выкидывать. Потому что у нас нет эквити против диапазона оппонента. Для хорошего кола, то есть нам не хватает эквити. То есть нам нужно 31% эквити, но у нас никогда не будет 31% эквити против спектра диапазона, против спектра оппонента на терне. Как-то так. И поэтому нужно выкидывать. Ну и уже, когда король пришел уже, крестей на ривере оппонент, наш хиро уже одумался и выкинул. Больше покер-водов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в VIP-клубе нашего сайта pekarstas.com/VIP. Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня! Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео.